Виталий Николаевич, 8 раз я с ним был в русской семье. Поздравляю вас. Да, спасибо. 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 Здравствуйте. Прежде всего, хотел поздравить вас с тем большим высоким назначением, которое было вам доверено. Вы теперь возглавляете правительство Белоруссии. Мы с вами встречаемся первый раз в этом качестве. Я хотел поздравить вас и членов Спасибо. Вашего правительства. И я уверен, что наше сотрудничество, которое заложено президентами наших стран, президентом Казахстана Нурсултан Абишевичем Назарбаевым, президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, то есть то стратегическое партнерство, которое с первых лет нашей независимости было поставлено, оно дает тот импульс, и мы с вами, как два правительства, как два руководителя правительства, сделаем все для того, чтобы эти задачи выполнить. Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас передать привет уважаемому Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Это наш большой друг, друг Беларуси, и пожелать ему успехов в электоральной кампании, которая сейчас идет у вас в стране. Да, спасибо большое. Спасибо. Я хотел вам также сказать, что вы сейчас назвали, в общем, сильное положительное увеличение товарооборота между нашими странами. Я думаю, что те возможности, которые нам предоставлены как в двусторонних отношениях, и те наработки, которые были сделаны за последние годы, и также как те возможности, которые нам дает таможенный союз, и в будущем я уверен, что единое экономическое пространство, оно позволит выполнить ту задачу, которая перед нами поставлена, это увеличение товарооборота там, до миллиарда долларов, а потом и превысить миллиард долларов. Сейчас уже, вот вы назвали цифру, 850 миллионов долларов. Это уже очень, очень близко. Я считаю, что те возможности, которые дают экономики наших стран друг другу, Белоруссия – это развитая, достаточно развитая индустриальная страна с развитым агропромышленным комплексом, индустриальным комплексом. У Казахстана есть тоже очень много предпосылок, в том числе в сырьевом секторе и в нашем создании совместных предприятий, которые мы последние годы сейчас наращиваем. Это дает нам большие возможности для того, чтобы увеличивать как наши экономики, так и улучшать жизнь наших двух народов. То есть я в целом хотел бы выразить большое удовлетворение о том, той динамике отношений, которая сейчас складывается. И думаю, что и сегодняшняя наша встреча и в двустороннем формате, и последующая встреча в трехстороннем формате в рамках таможенного союза, она даст нам очень большие возможности для того, чтобы сверить часы, поскольку предыдущие там 8, 9, 10 года это были периоды мирового финансово-экономического кризиса, который очень сильно сказывался на экономике наших стран. Теперь мы выходим, ну считается, что выходим в посткризисный период. Мы и в рамках двусторонних отношений, и в рамках будущего единого экономического пространства будем обмениваться опытом, согласовывать свои макроэкономические политики для того, чтобы адекватно реагировать на любые вызовы, которые перед нами будут стоять. Я сегодня вместе с членами нашей делегации с большим оптимизмом и надеждой смотрим на очередную нашу встречу двустороннюю для того, чтобы наметить пути на развитие в будущем. Спасибо вам большое.